Дима, ты уже слился? Не, еще живой. Нет. Ай, блин, ну и блин, я на ты кнопку нажал. Да я поддался. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанек, Угабуга, Фриз, Фуфлик, Итачи, Мак, Вейт. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем здорово. Какая в туалете. У нас сегодня очень классный ролик, пацаны будут выживать на машинах, а я буду их пытаться замочить. И кого я тоже убиваю, тот тоже берет танк. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1. И забыл еще сказать, пацаны, вы можете по мне стрелять. Так, погнали. Ну, зато им надо по мне стрельнуть очень много снарядов, а мне и одного достаточно будет. Смотрите, первый пошел. Не попал. Нет, не убил. Смотрите, смерть. Так, надо подъезжать ближе. Не могу я так замочить. Если вы, ребята, машину перевернули, можете физганом этот, ее сделать назад. Так, выдвигаемся. Уга-буга, ты чё, умер? Чё, тебе прибили, да. Понял. Ну, будет считаться только смерть в том случае, когда я убью. Окей. Да-да-да, должен я взорвать. Мне нравится, что по мне еще никто не стреляет. Это очень круто. Хотя им где-то выстрелов 5-6 надо, и они меня убьют. Мы все равно боимся. Правильно и делаете, потому что я псих на танке. Мы знаем, мы давно даже пошли. Так, я знаю, что сюда поехали. Удачи. Промахнулся. Ой-ой-ой, зря вы по мне... А, вы вот так решили огонь по мне открыть? Хорошо. Промахнулся еще разок, подождите. А, с пулемета не буду стрелять. Блин, жопу убрал свое вовремя, молодец. Хорошо. А вот он стоит, смотри. Прощай, последние твои слова. Да что ж такое? Легковую машину, наверное, было бы легче. Один есть. Пингвинус, Красавелла, Брателла. Теперь ты со мной в команде. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы устроим ПВП. Будем все друг против друга играть на танках. Прощай, щенок. Вот это была жесть. Так. Пингвинус уже крутой человек. Так, пацаны, удаляйте старые машины, чтобы гаррисмод не вылетел. Потому что, как вы знаете, у нас гаррисмод вылетает. Потому что мы такую дичь делаем. Не попал. Ну ничего, я сейчас исправлю свою ошибку. Последние твои слова. Ты что, молодчик? А вот теперь последний. Рикошет? Я убил, что ли, тебя или что? Да ты меня убил уже, все, да. А, машина просто стоит пустая? Да. Я тебе помогу. Да меня толкнул. Я ее даже удалю, чтобы тебе проще было. Так. Я не могу ее удалить? А, удалилась, все. Так, перекличка. Кто у нас еще живой? Я. Так, еще хватает. Я. Хорошо, пацаны. Я выдвинулся. 4 на 4 поделили. Да, отлично. О, я вижу. А, теперь 3 на 5. Че ж ты тут крутился? Надо было валить. Пробуем на гору выехать. Может, хватит мощи? Ну, давай, мощь. Не, мощи не хватает, к сожалению. Танк очень тяжелый. Как вы думаете, сколько пацаны весит танк? А вы, ребята, напишите в комментариях. Ну, есть у вас ответы, пацаны, сколько весит танк? 6, наверное. Сколько? 500 тонн. 6. О-о-о! Не, ребята. Ну, давайте. Нема? Правильно, 50 тонн весит танк. Фига! А вы что, не знали? Это ж кусок металла. Есть ты танки даже и больше, чем 50 весят, есть чуть меньше, но в среднем их не вес от 40 до 50 тонн. Это очень тяжелая техника. Так, давайте отдалим камеру и посмотрим, есть там кто-то или нет. Так, я никого не вижу. Я не знаю, где они все. А где? Мы просто нычку там нашли. А, вы в туннель заехали? Там туннель же есть. Ну да, мы туда заехали. Не, ну давайте выезжайте, там мы на танке не проедем, нам тяжело будет. Вижу. Да? Я вижу. Никого вы не видите. Нет, ни у кого вы не видите.
Так, аккуратненько. Сейчас я, ребята, буду стараться их убить сверху. Давай, ты умрешь. Нет, я буду жить. Нет, ты не будешь жить. О, еще один умер. Пуфлик, молодчик, красавелла. Он просто на месте крутился, все. А что ж ты хотел? Ну, Бера, помогите. Пацаны, машина свою старую удаляйте. Вижу. Где мой инфаркт? Ну, он на карте. Ребята, настроение отлично. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, я еду за ним. А, это танкист. Пацаны, я сейчас стрельну. Смотрите, куда я стрельну, они там вот. Куда я стрельну? Вот в той стороне они. Не знаю, видели или нет. Но я видел. О, вижу. Или тут танкист едет, что-то нет. А ну, кстати, увеличим. Да, это обычная машина. Вижу. Не попал. Повезло. Давай включи. Так, выйдем на мост. С моста будем гасить. Кто останется последний, тот будет самым лучшим игроком этого ролика. Ну, я буду последним, наверное. Чекать его. Красавчики, пацаны. Блин, хорошо что? Выживаете. Прощай, щенок. Да ты смотри, не попал. Хорошо. Видите, для того, чтобы выживать, надо скорость большую держать. Только таким образом можно повыживать. Так. Дима, они под мостом. Это была пустая машина. Так, хорошая у меня позиция, отличнейшая просто. Иди сюда. Пробуем на дурачка попасть. Не попал. Так, хорошо. Такая толпа сразу за ним поехала. Спасибо, так, смотрим, чекаем. Не вижу, давайте пацаны. Так, давайте еще раз перекличку. Кто живой? Я. Двое осталось. Представляете, насколько давайте хорошо его, играют? Ой, не попал? Дым идет. Это не я убил. Я думал, нифига себе, красавчик. Так, остался последний. Я. Фуфлик, ты чё? На рельсах. На рельсах? Нет, да, он на рельсах. Уходите. А на каких рельсах? Вот там в долине карты, да? В долине карты, да, справа. Всё, я туда еду. Ну что, последнее твое желание. Перед смертью. Последние твои слова. Последние, да. Последнейшие. А возможно и нет. Заедем? Заедем, мощи хватает. А я его не вижу, где он тут стоит. Ой, блин. Все. Раунд номер 2. Тот, кто был последний, берет танкиста, а мы все берем такие же машины. Погнали. Скажешь, когда будешь готовый. Я готов. Танкист, я готов? Да. Ну все, начинай. Вот эту вот третью машину, она... Все, и дальше его второго раунда. Так, друзья, а кто у нас танкист, никнейм? Фриз, отлично, Фриз. Ой, я кувырок. И попал. Пацаны, нажимайте на этой машине правой кнопкой мыши 2 раза. И у вас будет базука. Давайте базуками его гасить. Смотрите, сейчас первый попадет, базука попадет в него четко. Смотрите. Ну, следим. Оп. Есть попадание. Еще один выстрел пошел. Буду гасить танкиста. Он думает, что он сегодня умный самый. Нет, сегодня мы ее должны мочить. Так, преследуем цель. Ай, повезло. Не. Свалил. Вот, еще один стоит. Смотрите, сейчас я в него четко попаду. Ну. Не уезжай. Я четко преследую цель. Бам, есть, красавчик. Еще один танкист летит, вижу. Ай, базука медленно летит. Сейчас постараемся его снять. От жопа морская. Ай, ладно. Так, попробуем его все-таки снять. Ну. Блин, свалил. Очкошник, как и я. Хорошо, что я уклонился, вы видели? Еще чуть-чуть бы и попал по мне. А! Да по мне ж не стреляете. Ох ты! Ой. Ты что, вообще обнаглел? Ой, не ту кнопку нажал, стоп. Ой. Ну что, щенок, прощай. Четкое попадание. 3, 2, 1. Есть! Кто же самый борзый помешал? Красиво! Это я по тебе попадаю. Даже не почувствовал.
Да, но у тебя со временем танк начинает гореть, и ты будешь глохнуть. А ты уехал с той позиции уже, да? Ага, вижу. Естественно. Так, перезарядка, перезарядочка. Надо сваливать. Они что за мной выехали. Просто так бегать? Не знаю. Ой, надо Прохит. Сваливать, надо сваливать. Ай, красиво, красиво. Эта машина прям вырывает. Она очень часто бивает, что на... А то надо просто уметь ездить. Если бы сам загнался, она кивнет. Так, не смог заехать, давай с разгончика небольшого. Давай, 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 машинка! Ну, блин, не заезжай! Заезжай! Нет, не заезжает, блин, тяжеловато она рулится. Сейчас мы разгон возьмем, я все-таки туда залечу. Разгон, смотрите, сейчас четко заеду, вообще по феншую. Ну, блин, не, ладно, забирай свои слова назад, она рахитка. Не хочет ехать. Так, пацаны, вы видите их? Я вижу одно. А, Дима, ты уже слился? Не, еще живой. Нет. Ай, блин, ты, блин, я на ты кнопку нажал. Да я поддался. Да я поддаюсь, ну ты что, не знаешь, что я поддаюсь сюда? Хорошо, давайте возьмем Т-90. Так, ну что, выехал тоже на охоту. Блин, ну красиво вы мне сняли. Я хотел, знаете, с жопы стрельнуть и как-то вокруг него ездить, но не получилось. Что-то пошло не так. Прыжок. Отлично, отлично, летим. Так, пацаны, вы видите хоть одного этого чилипиздрика? Нет, они, наверное, в контейнер. Там где контейнеры, да? Да, я плаваю. Хорошо, давай, выгоняй их оттуда, я их буду тут снизу. О, это наш, это наш. Вижу, как вижу ты? Цель, вижу цель. Надо выровнять красиво дуло. Так. А чё, я когда попадал по тебе, вообще жизни не тратились, да, на танке вообще? Ну что, он тут в яме, он попался. Кстати, если когда попадаешь, иногда пуля может отскочить. Да, рикошет назад. О, вот он, смотрите. Где? Мимо. Ждем, 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 ждем. На ход. Не попали, вы чё? Еще разок, смотрите. Блин, он быстрый, знаете, тяжело на танках попадать на такой технике, шустрый. Я. И что, гусанёк есть, гусанёк. Ну что, и пацаны сейчас его задавят. Да я его видел. Где? А я еду за тобой, я даже знаю, где ты запрятался, ребята. Если я сейчас угадаю, я буду лучшим искальщиком, потому что гусанька уже знаю хорошо, где он заметался. Я еду за тобой, гусанёк. Да-да-да, я в рельсах. Нет, ты не в рельсах, я знаю, где ты. Я тоже там одно время хотел ныкаться, но не заныкался там. Хотя идея хорошая. Ну тут даже, смотрите, можно было встать, и тут редко кто ездит. Я знаю, ты едешь в контейнер. Тут контейнеры есть в двух местах. Есть как со спауна съезжаешь, там тоже есть контейнер. Я думаю, что ты тут. Я туда еду, Дима. Не вижу его. А хотя вроде он там стоит, сейчас мы объедем. Может, он на свалке машин? Да? Ну я ж туда и приехал, вот как раз где свалка машин. Я не остался. Нет. Нет. Нет, я ой-ой-ой, это да, танк вообще рулит. Опа, пингвин услился. Полурахит. Ну что, я сюда зря приехал? Блин, а его нету здесь, зря ехал. Вот тут можно было в контейнеры заехать. Смотрите, сколько тут нычек. Ну было бы неинтересно просто шкериться, да? Интересно погонять. Дима, а я один, что ли, езжу по всей карте? Не, а ты что, тебя еще не убили? Нет. Ой, красиво перепрыгнул. А ну посмотри, как тот танкист перепрыгнет. Смотрите, по красоте. Бум. Я вижу одного. Где он? Давай инфу. Хотя тут информации на этой карте не сильно много, чтобы ее давать. Он вроде контейнер. Ну и где он? Я не вижу никого, пацаны. А ну вот там кто ездит. Я тоже. А это наш. Гусанёк, ты живой еще? Да, жив. Ты не собираешься выезжать, не? Ну, я хочу уже выехать, но хочу, когда останется в сеть. А, понял. А, там мы едем к тебе. Давай. Нет, ой-ой-ой, там танк. Он в контейнер. Ты думаешь, он в контейнерах? Почему сразу контейнер? Может, я в камнях, может, я где-то я в заводе. А может, он там в скалах где-то заныкался? Где скалы? Я поищу.
Так, ну я не угадал в тот раз, где был гусанёк, поэтому немножечко я еще не выучил его зашкирические манеры. Может, он тут где-то? Ну, хотя тут забор, тут никак не заехать. Куда? Туда не заехать никак. Там я вижу, там большой. Ой, я вижу, вон там кублик ездит. Кублик, давай, вперед. Он на спавный контейнер поехал, где прыгает. А может, он вообще на карте там сзади этих заехал, этих складов? Нет. А вообще туда можно заехать? Я никогда не обращал я внимания. Я вижу его. Он около них проехал. Я попал? Нет! Ну если смотрите, бы ты попал, смотрите. Где он? Где он? Где он? Где-то должен был тут выехать. Есть! Ну что, гусанёк, выезжай! Ты последний. Едьте к контейнерам. А, так ты говорил, что это не там. Как ты хитрый жук. Моя именно школа. Где, именно где там много контейнеров? Я еду. Со всей силы лечу к тебе. Вот один танк уже вот подъезжает. Это я. А, это ты. На горку, которая заезжает? Ну да, да, да. Да, 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 это я. Так, ой, я застрял. О, это нам надо. А я его не вижу. Спасибо. Сейчас не, не видит он меня, он уже в меня стрельнул. А, я все-таки правильно стрелял? А, или это не ты стрельнул? Вот сейчас вот. Ну, вот сейчас вот, да, стрелял. Ой, я вижу. А где? Вижу! Вижу, ребята! Где? А я вам не скажу, я его хочу сам убить. А я тебя вижу, Дима. Да, в принципе, я и так выиграл уже. Ну да, ты победителем, в принципе, считайся. Только я застрял. Лоб! Да, бить просто и все. Не мешай, не мешай, не мешай. А, свалился. Нет. Я так и делаю. Ты думаешь, на танке легко так ездить? На, щенок. Конечно. Гусанёк сам умер. Так, ну что, ребята, очищай карту. И сейчас у нас будет режим ПВП. Берите танки и начинаем. Ага. Так, я улечу немножко подальше, чтобы было интересней. Кто умирает, тот больше не участвует. Просто наблюдает, как другие воюют. И в конце у нас выявится один победитель-танкист. Как обычно, кто белый дохнет. Ну да. 3, 2, 1. Битва началась. Так давно хотел на танках повоевать, ПВП. Еще, знаете, каждый враг, каждый, кого видите, это враг. Так, давайте будем сразу хорошую позицию выбирать, чтобы было тяжело по мне попадать. Так, выглядываем, где кто из них. Вижу, вижу цель. На месте нельзя стоять, застаивать. Не попал, не попал. Кто-то умер уже. Ого, надо свалить отсюда. Нельзя, нельзя. Ой-ой-ой, косожоп. Ой-ой-ой, что со мной? А я бывает, галим, бывает галимый танк. Ну, бывает и водитель галимый. Так, все, отправили танчик. Ну, это машинку я вижу. Ты дурак, что ли? Косожоп. Да он возле моста. Надо просто постоянно ехать. Это пулемет может стрелять? Да можно с чего угодно стрелять, это ж ПВП. Промахнулся. Ой. Будем ближний бой будем делать. Промахнулся. Ну что? Подлец этакий. Четкое попадание. Есть! Башня отлетела. Видели, как эпично? Ну что, одному уничтожу. Едем за следующим. Просто Дима уничтожил. Блин. Ну что, еще один, да, у нас слился или нет? Ну да. Так, давайте, кто остался еще живой из танкистов? Я. Так, трое нас осталось, четверо, получается, осталось. Ой, а это... Самые умные, да, остались, которые пытаются вести бой на расстоянии?
Так, будем заезжать, наверное, наверх. Сверху будет тяжелее по ним. Легче стрелять, но тяжелее по мне попадать. ПВП. Один челик. Так, никого пока не вижу, это очень странно. Не пытаемся заехать. А леопард не мог заехать, этот заехал. Тут мощи у него хватает. Так, будем шкериться за скалами, наверное. О, кого я вижу? Ой-ой-ой! Ты чё такой выстрел запорол? Так я не увидел, откуда выстрел был, реально. Не увидел. Это хорошо, у меня самое лучшее позиция. Да? Придется тебя убить. Я челика, я украл у челика. Так, пацаны, не мешать, не мешать. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть! Ну шо, фуфло, ты меня поджег, блин, ё-моё, я горю. А не манки тушения никакого? Не-не-не. Дима, у тебя этот скин не в танке, а где-то вдалеке. Я заглыхаю! Из-за того, что я горю, я заглыхаю. Так, я увидел еще одного врага. Он ко мне подкрадается. Привет, Дима. Ой, лучше я, знаете, красиво сольюсь. Но еще можно одного успею забрать. Давайте на дурачка. А, где ты он? В контейнерах, я вижу. Да. Он ждет, пока я выеду. А я возьму и выеду резко. Тихо. Ого, там пожары за меня, ни финта себе. Выезжай, сыкун вонючий. Ну, выезжаешь? Я не могу выехать. Не можешь? Только если что делать, я не хочу. Ай, блин, ну ё-моё, я заглох, я просто заглох. Повезло. Ладно, осталось вас двое, пацаны. Так, пацаны, кто использует портал, я сейчас забаню. Удаляй быстрее, сейчас вылетит Гаррисмот из-за тебя. Ты перестала лагать. Все, тихонько. Кто остался живой? Гусанек? И Фриз. Фриз, давай, я верю в тебя. Ой, Гусанек, я в тебя верю, я уже не знаю, за кого болеть. Но я знаю, что Гусанек выиграет, он всегда хорошо играет, в принципе. О, я вижу, вы начинаете издалека, да, на больших дистанциях перестреливаться? А сдалека тяжело стрелять, потому что надо брать снаряд навесиком, да? Да. А, я вижу. Я сяду к тебе, я не буду мешать, просто понаблюдаю, как ты воюешь. Смотрите, как. Ты плохую позицию выбрал, лучше отсюда тебе уехать. Ой-ой-ой, косожоп. Давай, попадай. Ой-ой-ой, он красиво тебя подбил. Вылезу с танка, чтобы живым остаться. Все. А, все? Хорош. Красавелла, брат. А. Если понравилась эта серия и эта битва, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Моя бомба летит. А и твоя. Завис, Гаррисмот. Я так люблю.